В детском учреждении оздоровления и отдыха имени Валентины Терешковой состоялось торжественное открытие социального проекта городского совета «Дети Днепра». Проект рассчитан на школьников от 8 до 12 лет. Его цель – бесплатный отдых, повышение патриотического духа, ознакомление с основами спортивного ориентирования, элементами казацкого быта и раскрытие различных творческих способностей. В этом году планируется оздоровить 3000 детей. С 20 июня каждый понедельник с площади Героя Майдана комфортабельными автобусами детвору централизованно доставляют в учреждение. Здесь есть спортивные площадки, футбольное поле, зал культуры и творчества эстрада. Всего 10 смен, каждая из которых длится неделю. В отряде 300 детей, с которыми работают воспитатели и вожатые. Живут ребята в двухэтажных корпусах, по 5 человек в комнате. Также им предоставляется пятиразовое питание. Над культурными и спортивными программами лагеря работает режиссер проекта, хореограф-постановщик, руководители кружков, инструкторы плавания и тренеры. Все они проводят для детей разнообразные соревнования, квесты, конкурсы и концерты. Каждый день посвящен определенной тематике в патриотическом и спортивном направлениях.